Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. В последнее время практически каждый день россиян ожидают скорбные вести. Сперва из жизни ушел Валерий Гаркалин, затем Александр Градский, Владимир Наумов. Теперь несчастье постучалось и в дом Ивана Урганта. Известно, что ведущий вечернего Урганта с самых ранних лет понимал, что его путь – это сцена. В его семье было достаточно сложно пристраститься к другому направлению деятельности, ведь родители будущей звезды Андрей Ургант и Валерия Киселева часто появлялись на всех экранах страны. Бабушку знаменитости же все знают как прекрасную Раю из киноленты «Белорусский вокзал», а также помнят по множеству других ролей. Нина Ургант снялась в нескольких десятках художественных фильмов. Она всегда активно играла в театре, а зрители каждый раз с придыханием искали свое место лишь для того, чтобы насладиться игрой настоящего профессионала своего дела. Сегодня в сети появилось еще одно трагическое известие. На 93-м году жизни актриса ушла из жизни. Информацию об этом уже подтвердили в Александринском театре. Детали страшного события пока уточняются. Известно лишь то, что уже летом многие были крайне обеспокоены состоянием артистки. У нее была прогрессирующая болезнь Паркинсона. Коллеги, ученики и поклонники уже начали приносить свои соболезнования семье Нины Ургант. Дата и место прощания будут сообщены позднее. Народной артистке РСФСР 4 сентября исполнилось 92 года. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.